Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать историю, которая вот буквально сегодня у меня случилась. Связана она с сервисом компании Benelli, производителей любимых наших ружей. Как всем известно, у нас достаточно туго обстоят дела с запчастями в России, потому что в магазинах их практически не бывает так, чтобы купить. Если они и есть, их не всегда продают, потому что они расписаны по гарантийным случаям. Ну, то есть, если просто хотите, к примеру, прийти и купить ворог запчастей для Benelli M2, вряд ли вам это разрешат, потому что, скорее всего, те запчасти, которые лежат на складе в магазине, например, в кольчуге в той же самой, они расписаны и, скажем так, под гарантию. То есть, если у кого-то из клиентов в кольчуге ломается оружие, соответственно, несет ее в ремонтную мастерскую, и там ему эти запчасти меняют. Как же, собственно, быть и что делать? По совету коллеги по стрельбе, спасибо тебе большое, Женя, я думаю, ты смотришь, он мне дал контакт Ярослава некого в компании Benelli. Ярослав является экспортным менеджером в Benelli Италии, то есть он там непосредственно находится, я так понимаю, на заводе и ведает экспортными вопросами с Россией. Я написал ему на почту, это было, наверное, меньше месяца назад, и сказал, что вот я занимаюсь практической стрельбой, у меня достаточно большие настрелы, там такие-то и такие-то, ружья у меня два, у них уже были поломки, и я прошу, соответственно, вот перечень запчастей. Сказать по-честному, я особо не мелочился. Я взял практически весь перечень пружинок, пинов, курок и прочую всякую мелочевку, которая может реально сломаться на ружье, и вписал ему в список, соответственно, с индексами из каталога, с артикулами. Ответ был не сразу, могу сказать честно, то есть дня два или три ответа не было. Но потом ко мне на почту пришло письмо от Ярослава, где он сказал замечательную новость, что в начале ноября он будет в Москве, и он спокойно может совершенно мне это все дело привезти. При том, что я не просил, что называется, дать мне это все даром, я просил, соответственно, просто предоставить возможность их каким-то образом заполучить. Ну, собственно, вот произошел замечательный момент. Ярослав прибыл в Москву и оставил вот этот пакет для меня в компании «Русский Орел», который является официальным импортером оружия Benelli на территорию России. Я думаю, все об этом знают, потому что они выставляются на всех выставках Arms and Hunting в Манеже, в ежегодных выставках московских, именно как «Русский Орел», то есть как поставщик и завозчик в Россию различных видов импортного оружия, ну, самого, скажем, популярного. Там они и САКО занимаются, и ТИКой, и Benelli, и Франчи, и еще чем-то там, Беретта, и достаточно большое количество по номенклатуре у них изделий. И мне менеджер «Русского Орла» Роман сегодня выдал вот этот вот пакетик, в котором, собственно, находился весь запрашиваемый zip. Вроде все. Ну, то есть, если посмотрите, вот возвраточки, курок и так далее. То есть здесь этих пакетиков огромное количество. И все это бесплатно, ребят. Я на самом деле был очень приятно удивлен, что есть такой сервис у замечательной компании Benelli. То есть она не только умеет делать оружие, но еще и обеспечивать запчастями тех, кто им реально пользуется. От себя еще могу добавить, что на чемпионате мира в Италии, на котором я был в прошлом году, единственный производитель оружия, у которого на территории стрелкового комплекса была специальная будка с запчастями и со специалистами по ремонту, это была именно Benelli. Несмотря на то, что там же была, выставка Беретты, Франчи, они только что, называется, показывали свои ружья и ничего более. У Benelli был специальный грузовичок, с которым они, насколько я понял, ездят по крупным стрелковым мероприятиям. И там совершенно безвозмездно меняли сломанные детали на несломанные. И непосредственно там местные специалисты оружейные, они могли все это дело
и поменять даже. Понятное дело, что немногим стрелкам это нужно, но так или иначе, как сервис, это очень приятно. Поэтому как бы вот такая информация, то есть теоретически, если у вас действительно что-то сломалось или вам действительно что-то нужно, то это вполне себе можно получить от Benelli и вроде как даже бесплатно. Я не говорю, что надо всем срочно писать, что все это дело заказывать, но так или иначе. Вот такая вот у меня сегодня позитивная информация. Все, всем спасибо, пока.